спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Понедельник в Самарской области ясно и без осадков. Днем плюс 24, плюс 26, ночью 15-18, выше 0. Северный и северо-восточный ветер, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 25, ночью плюс 17 градусов, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 24 градуса, ночью 16 выше 0. Ветер северный 3 метра в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков, днем плюс 24 градуса, ночью 16 выше 0. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.